А социологи изучают готовность северян участвовать в развитии индустрии гостеприимства. В Печенском округе началась практическая стадия реализации проекта «Никель-туризм-2025». Задача ученых — понять, кого и чему нужно учить, чтобы ускорить развитие новой для территории отрасли экономики. В этот раз с опросными листами специалисты приехали к студентам Печенского техникума. На самом деле, круг тех, чье мнение важно для успеха инициативы Мурманского арктического государственного университета, центра вторая школа и техникума в Никеле, гораздо шире. Внимание социологов распространялось на родителей студентов, жителей округа, на предпринимателей, чей бизнес связан с туризмом, и на экспертов. Я думаю, что мнение экспертов нам позволит получить звезд. Оценку потребности именно в кадрах и компетенциях для того, чтобы туризм развивался. И мнение населения нам важно с позиции их отношения вообще к развитию этой отрасли, их, может быть, готовность включиться в эту отрасль, получить образование, возможно, да, и ну, вообще их отношение к этой сфере, к сфере гостеприимства, каковое. Дальше, после того, как мы получим результаты этого исследования, мы подкорректируем те образовательные программы, которые мы планировали сделать. И в течение ну, где-то полугода у нас будет происходить обучение по двум образовательным программам. Одна связана с гостиничным и ресторанным бизнесом, другая программа связана, она такая более широкая, это управление арктической дестинацией, то есть управление территорией с точки зрения развития туризма, но именно в арктической зоне. Вообще планы у нас, конечно, такие. К 2022 году пройти лицензирование именно вот по специализации туризм. Пока мы планируем начать и открыть группу заочного обучения, а дальше по мере потребности кадров, по мере развития туризма в Печенском районе, возможно, откроем группу и очного обучения. Социально-экономическая трансформация Печенского округа была запущена с принятием концепции, переросшей затем в региональную программу, разработанную совместно муниципалитетом, Мурманской областью и Норникелем. И успех глубоких преобразований, хорошая их динамика, невозможны без участия в этом процессе учреждения образования. Это большой факт перестройки, в том числе и экономики района, перестройки мышления людей, потому что заниматься сферой обслуживания – это ну, совершенно другая сфера, где требуются другие подходы, другие навыки, другие знания. Планируется, что кроме двух новых образовательных программ, итогом проекта «Никель-туризм-2025» станет большая выставка туристических проектов и возможностей Печенского округа. Для прошедших обучение она станет шансом сделать следующий шаг – найти финансирование для своих идей. Илья Комлев, Илья Бояркин, ТВ-21+.